зовут Алитея. Моя история правдива. Мне по душе одинокий образ жизни. У меня нет детей, нет родителей, нет родни. Хотя когда-то был муж. Кто знает, существует ли судьба. Но однажды на Гранд-базаре в Стамбуле я выбрала сувенир. Мне нравится. Я уверена, у него увлекательная история. Итак, что пожелаешь? Чего жаждет твое сердце? У меня вопрос. На что обычно тратят три желания? Увидишь. Не бывает историй о желаниях, которые не были бы предостережением. У всех есть желания. Даже если они скрыты от нас. Но это твоя история, и мне не терпится увидеть, что будет дальше. Или чем все закончится. Здрасте. Он поживет тут немного. Я начинаю желать, чтобы мы не встречались. Не произноси это! Загадай желание! Спаси себя! У меня есть желание. 3000 лет желаний. Только в кинотеатрах. С 8 сентября.